Всем привет, с вами Мирас, и вы на моем YouTube канале. И сегодня мы с вами мы начинаем седьмую серию шестого сезона сериала «Приключения в деревне». Мы начинаем, погнали. В предыдущей серии мы с вами никуда не сходили, сегодня итоговая этой серии с вами сходим ад. Перед этим мне, ну, куда-то нужно. Сейчас, подождите. Все, мы продолжаем. Давайте мы сейчас это с вами. Давайте сейчас сделаем спасение мана доспехи. С вами в ад идем. Нам нужно алмазы. Пишите за алмазами в бунт. Сегодня будет два новых видео YouTube Shorts с участием Кузи. Все, ну ладно, взяли, пошли. Ну, пока не знаю, нам нужно голову или нет. Походу нам больше нужны. Thank you.
Все, пошлите в ад. Помните нас, герои, и мы отправимся в ад. Серия будет долгой. Сколько, типа, по сражениям, точно ад будет. Запланировано еще сходить в ад в последней 120 серии. Погнали! Гоу! Вот и ад. Здравствуй, остатки. Главное, что здесь будет сражение. Батлерских сражений по духу. Пошлите в бой! Вперед, за Спарт. О, здраво, остатки. Ой. Не понял. Здорово, черный. Чё, как? Здорово. О! Я помню, в одной лял вам в прошлом сезоне. Ну чё, прошли? Мне навалить? Кто здесь мне навалить? А ты остатки. Ебать! Жалей! Так, Засяв, козяв. Остатый, это ты? Это ж козявки! Фу! Это ж слизни! Это ж слизни! Фу, слизни! Козявки! Козявки осатого, фу! Она и козявки бьет! Козявки! Ты опять ее козявки пустил! Ах ты! Иди сюда! Шел сюда, козявка! О, козявки! И осатого! Козявки! Свой носатый. Пей, отбивайте атаки носатых. Все, отбились, пошли дальше. Ай, блин. Что-то мало. О, войско, ты чё? О, здорово, скелет. Батальон солдатик, ну что? Ифрит. Получили точно. Что тут на огнем стреляешь? Фейбол, фей. Где же косяк? О, не играй. Что? У меня. Россия. Ой, парень. Чебать. Ничего. Вон он, опасный носатый.
носатый. А, ладно, носатый пока то, что. Хо! Чё? Как процессы? Как процессы? О, скелет второго! Вот так вот! Чё насад? Йо! Поросёнок! Ты чё? Ладно. Туда, в центр боёв. Где самый эпицентр боёв? Чё? Мой храм. А чё-то мало тут. Без было праздно на сатах. Мой дом. Дьявол, а дьявол где? Ай, меня будет... Не носатые! Не носатые! Нету. О, мне-то... Что ты тут делаешь носатый? У вас носаток уже мало, да, носатый? У вас мало уже. Там вот бои. Буду освобождать кое-что! Фак, да фак. Я такой не под... Я не кости сказал. Всё, скелет. Ну чё ну... Уба. Ой-ой-ой, здравствуйте! Солдаты! Спартанцы тут! Спартанцы! Да-да-да-да! Домой, плохие новости! На меня напали спартанцы! Блядь! Блин! Египетская сила! На меня спартанцы напали! На меня персы напали! У меня спартанцы напали. Ой, блин. У меня тут какие-то войны. Их блин. Спартанцы. Я вам держать строй. Это Спарта. Что, свинья? У меня спартанцы! Каждый спартанцы! Там посада! Вот плати! Сибо! Супер!
Отбился от спартанцев, наконец-то. Наконец-то отбился. Давайте здесь добудем что-нибудь. Иду, золото у нас тут. Золото где? Золото, а? Иди, золото давно добыл уже. Здесь нет золота. Кварц, я уже все забыл. Нечем тут делать. Пойду сражаться. Ах ты! Это закрыть хоть что. Бой чуть закончился. Ебать! Тут спартанцы! Сиськи тут! Вы... Чё, стоишь, свинья? Ты стоишь, мина зомби. Да. О, здорово! Ты как? Да. Тут потрепление пришло! Да выцвет меня! Ой, блядь! Ага, бутылят! Это вызвало подкрепление. Я выберусь. Я отсюда выберусь. О, голая получил. Чё? О, нет! Видишь, какой-то клинок, это меч! О! Я тут сторожил, что ли? Ты охранник. О! Аня, поросят на паре! Ой! Это я! Ха-ха-ха! Больше не закончится! А тому стоит кинуть. Больше закончился. Здравствуйте, все, бой так. Ай! Все, бой, битва закончилась. Пошлите домой. Все, пошлите обратно. Я голову вот-то получил, башку, то есть. Здрасте. Финальный. Значит, сломался. Ой, новости! У меня сломался щит!
чтобы стоять не и. Выбрались отсюда. А не голову. Давайте выкинем мусор. Прямо в эту дырочку. Мусор. Всё. А, это ты? Ты устреляешь? Бой скоро закончится! Битва скоро закончится. О, нет! О, нет! О, нет! О, вторая голова! Один стеллаж. За второго разглавил. Сражение уже идет. И уже есть пока. А где именно скелет? Что-то спавни назад какой-то. Чё? Вот так. Бой скоро Надеюсь, что бой скоро закончится. Они... Не, бой ничего не закончится. Ты, блядь, не тут. И вот отсюда. Ой, не надо убить. Вперед!
нет! Да, целый баса! А что вам чудо выбраться? А я тут толкаю! Или болит хрен? Мешно. Бежать! Ловушка. Что это отсюда? Это вызвало подкрепление. Не знаю, кто подкрепление вызвал. Ай! Блядь! Меня убили! Как меня убить могли? Но бой еще не закончился! Да меня могут убить! Это месть. Новости, меня убили. Как меня убить могли? Сейчас яблочко съем. И яблоко съем, чтобы это не умереть. Битва закончилась, что ли? А нет. Ах ты, ты меня убил. Я пристрелил тебя. Тамщу, так. Эй, ты! Ты меня убил! Ты не шанс меня убить! Ты меня убил! О, нет! Подкрепление! Блядь! Давайте подляжем. Меня убили. У нее танцей. А! А!
Это с угла зашай. Ай! Чёрт! Зомби! Иди нахуй! Не нафиг! Всё! Там сенсей, там, короче... Зажибись! Там сенсей зажрал, это моё земли! Вот сенсей, вот наглый сенсей скинул. Вот сенсей, чё? Это Спарта! Это Спарта! Это Спарта! Спарта! Это Спарта! Ты чё? Спарта! Понял, так вот! Оу! Это Спарта! Вот так вот. Это Спарта. О, там Санцей вообще взорвал мои земли. Это Спарта. Спарта. Вот так вот. О, ебать, о! Пустая броня есть. Если на случай... Да, конфет кину, у меня есть опасная броня, ну чё? Да носатого съели! Охренеть, там носатого съели! Он зомби тоже стал! И там носатого съели. Зомби. Вот гады зомби. Может зомби сполнить? Где только носаты должны сполниться. Ты что, носатого тронул? А ну иди сюда! Ты носатого клюнул, а? Это мои носатые. Но контрнаступление наступило. Нужно скорее начать. Так главное, что солнце не было около моего дома. Все домой, пока нас что-то чем торгуешь. Хо, хлеб, пирог, ты чё? Подожди. Давай торговаться. Хо, давай торговаться, сейчас. Ой, ты чё я мой яблоко сложил на сад? Сейчас. О, сейчас.
Давай торговаться. Когда будем торговаться хоть? Я все покупаю. Последние нити теперь. Так, Насад, я тебя обкраду, если что. Тебе же не нужно эмеральд. Вот тебе. Собирай, сейчас. Хо? Хо? Что тут занято? Цику говна, сейчас. Знаю, носатый! Не торопи меня. Говно какое-то. Все, спасибо. Сейчас пойду там. Спасибо, Насатый. Пошел вам, спасибо. Давайте сейчас кое-что с вами сделаем. Битва закончилась. Все. Сейчас. Давайте мы сейчас выкинем мусор. Что у нас говна тут? Говно, сейчас говно. Сейчас. Печеньки. Все, битва закончилась. Давайте мы сейчас все сложим вещи и пойдем домой. Сейчас. А, давайте сейчас. Нужно кое-что. Молоко. Ура! Мы дома! В исключении земель, которую взорвал сенсей. Там дорога была! Вот сенсей, ненавижу сенсей. Ура! Мы дома! Ура, мы дома! Ай, ура! Почему ты доложили? Возьмем сюда, хоть сюда это положим. Ой, забыл, у нас тут был. Ну, давайте хоть в бункер это положим, всю еду. У нас тут печеньки, хлеб. Что за то говна тут очередного? У нас тут очередной какой-то хрень, давайте сейчас. Очередное говна, сейчас с вами снова вещь сделаем. Еще 24. Я где голову сложим, пока не знаю, где будем голову ложить.
где занято. Сейчас. Голову где надо положить, наверное. Это главный вопрос. Сюда можно положить. Не знаю, можно голову. Сейчас найдем место для голов. Здесь нет места для голов. Идеально! Сюда голову вот. На стене. Короче, хотите... Ладно. Ну, пока не знаю, будет у меня реакция... Но... Реакция на свой старый YouTube, свой первый YouTube канал. Ну, я не знаю. Этот YouTube снова... Ну... Я сунул для говна. Во. А говна сундук. Спецсундук для говна. Топор сюда, это... Если вам понравилась эта серия, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Это была долгая серия. Если вам понравилась эта серия, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, нажимать колокольчик, с вами был Мирас. И вы были на моем YouTube канале. Это был конец 7-й серии 6-го сезона сериала «Приключения в деревне». В следующей серии мы не знаем, куда мы сегодня завтра сходим. Наверное, мы с вами восстановим земли, которые взорвал сенсей Крипер. Да. И всем пока. До следующей серии.